Всем привет-привет, кто зашел на мой канал AliExpress Live. Сегодня мы будем делать распаковку очередных посылочек, заказанных на AliExpress. Извините за шорохи, но решила сегодня с вами вместе распаковать. Только что получила первая посылочка. Вот такие я себе заказала ромашечки. Делать выкраску, типсы, набор 10 штук. Да, есть действительно 10. Заказала себе в прозрачном виде. Есть еще продавца в белом. Это кто себе что хочет. Ссылки на все товары я оставлю под видео. И вторая посылочка. Телефон. Какая-то смс-ка пришла, что ли. Заказала себе кисточки. Вот такие для рисовашек. Три сразу набор получается. Цена недорогая, доставка около 3 недель. Все они разные по размеру. На кисточке есть номера. Это 1. Для рисовашек самое то. Вот. Это 2. Все пришло в захисных колпачках. Радует, что ничего не повредилось, так как упаковка всего-навсего вот такой обычный пакетик. И вот на легком самая маленькая получается кисточка. Ну, посмотрим, как будут венделечки у нас получаться с этими кисточками. И заказала себе обычные кисточки для геля. Вот такие. Они идут 3 разные, так же, как и эти. Это идет такая ровная. Цена очень дешевые. Кисточки, ссылки оставлю. Это такая для френча, что ли. Еще 2 заказала себе. Сестра и подружка, такие же кисточки. И набор щеточек. Очень отличные пользования. Идут 6 штук. Маленькие, жесткие. Люблю очень их. Я уже такие имею. Это заказала сестре. Кто робит, кто делает маникюр клиентам, очень удобно, потому что идет наборами 6 штук, цена небольшая. Ссылки на все товары я оставлю в видео. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца, и всем до новых встреч. Всем пока-пока!